автор песни была написана, окей, пусть играет, была написана для британского бойсбенда. Ее поют четверо молодых людей. Но когда я первый раз услышал, я говорю, не-не-не, ребята, эта песня спета не для девушки, эта песня спета для нашего общего отца. Кто еще может прийти ко мне? На чьем плече я успокоюсь? Кто воскресит меня из самого страшного и самого печального состояния? Только у одного отца есть такая сила. To more than I can.